что ты делаешь? Дую твои пузыри. Ну давай. Естественно. Тань, давай еще раз, что-то не очень. Да ладно. Сейчас еще раз. Это я. Вот она я. Сидим тут такие, вот так вот. Ну все, 30 градусов остыли, что-то хотела. Еще, 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 еще
написано, что нельзя купить чай. Мне кажется, она хочет меня съесть. Мы отдыхаем в Евпатории, мы уже сфотографировались много раз, попускали мыльные пузыри, а что еще, купили кучу всего. В общем, мы наконец-то искупались. Вот, тут очень красиво, но очень много людей. Так вот. Мы с Танюшей ждем на... Мы ждем наш теплоход. Мы собираемся, в общем, яхта, парус. Вот, скоро пойдем. Пушистые, а вот по территории Украины, Белоруссии, России растут дубы, черешатые, пробковые, растут в Португалии у нас, в наших Штирлице, сказал, 15 минут посплю и поеду дальше, резко направо, вот эта дорога, которую вы видели в фильме. Газовали дальше. Вот так получилось, что мы, жители Южнобережья, оказались обладателями трех самых шикарных ожерелий природы. Прямо перед вами жемчужно-серое ожерелье гор, под ногами изумрудное ожерелье, ковер прям таки сосны, именно здесь, на Южнобережье. Впереди нас скальник, увидите его. Этот скальник легендарный, из-под него бежит речка под названием Мастабаш. Есть легенда, а то пролетел встречный вагончик. Почему он так быстро пролетел, вы догадались. У него просто отказали. Самая стенка, гора Петли, вот она сразу перед нами, она очень близко подошла, зубцы и ветви, к берегу, и от берега, от моря до подножия гор всего лишь 2,5 километра. Ну а по праву удерживаю тормоза, но тормозить буду одна я. Если мы все вместе дернем, то может отвалиться пол, но уже этого не надо. Резко направо, лицо Святого Петра, я притормажу, чтобы вам лучше было видно. Подбородок, трещина рта, глаз, теперь смотрим вперед, и кто впереди на вас? Если сейчас будет страшно, кричим ай. Мы с Таней приехали на Петри. Это вот такие горы тут красивые. Вот, тут море. Очень высоко, очень красиво. Там люди ходят по лестнице специальной. Вот. Петля рулёва! Смотри. Я устала. И потом мы сегодня очень мало спали, часа 3, и я лежу на лавочке. Мы сходили на Ай-Петри. Вот. Таксист нас, в общем, высадил раньше времени. Вот. И мы, короче, пошли пешком. Чуть-чуть, минут 15. Все, я начала.
видишь, как уже. Ну, то есть... Приветики. Как сам? Танюша кормит крокодилов. Лучше показывать малышей, они более такие недружелюбные, активные. Все, я их попала. Ага.